Вот такой у нас получился бактус, шаль, палантин. Как будет ваше желание? Куда ваше желание приведет? Рисуночек очень простой. Все вяжется быстро на одном дыхании. А со мной так еще быстрее, быстрее. Рисунок, видите, какой красивый. И шаль такая необычная. Если ее вязать. У меня акрил. Объемный акрил и 4 крючок. Ну что, попробуем? Итак, мы начинаем. Итак, начнем. Для начала нам надо набрать 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Закрываем это все одной петлей. Вывязываем 3 воздушные петли подъема. 3 воздушные петли по схеме. И в каждую петельку нам надо провязать 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом. 1. 3 воздушные петли. Следующую петлю столбик с накидом. 3 воздушные петли. Следующий столбик. Следующую петлю столбик с накидом, 3 воздушные петли, следующую петлю столбик с накидом. Первый ряд связан. Теперь набираем 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли по рисунку. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и вывязываем из одного столбика 3 столбика из одной точки с накидом. 1, в ту же точку 2, в ту же точку 3. Мы провязали из одной точки 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Следующий в центральный столбик мы вывязываем 1 столбик с накидом. Заходим в макушку и вывязываем 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим в следующий столбик и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Три воздушные петли, и в край мы заходим в третью петлю подъема 1, 2, 3 и вывязываем столбик с накидом. Второй ряд связан. Набираем 3 петли подъема, 3 петли по рисунку. Давайте договоримся, что 6 петель подъема. Переворачиваем работу. И теперь вот из этого элемента нам надо связать из первого столбика 2 столбика с накидом. 1, 2. Посередине мы вывязываем 1 столбик из второго столбика предыдущего ряда. И из третьего мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. Элемент связали. 3 воздушные петли. Из центрального, вот этот центральный у нас столбик, мы вывязываем 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. И повторяем такой же элемент. Мы вывязываем
из одного столбика 2 столбика с накидом из одной точки, 1, 2. Из второго столбика мы вывязываем 1 столбик с накидом. И из третьего столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Мы связали второй элемент. 3 воздушные петли. И вот сюда вот в третью точку, в третью петлю подъема 1, 2, 3 мы вывязываем столбик с накидом. Третий ряд связан. Начинаем вязать четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу. И вот в это место, вот прям вот сюда, вот где у нас был столбик, мы вывязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петли. Теперь нам, вот у нас тут была галочка, мы из первого вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот эти 3 мы провязываем по одному. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Из последнего столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1 в ту же точку, 2. Мы связали элемент. 3 воздушные петли. Вот теперь из центрального вот этого столбика мы вывязываем группу из 3 столбиков с одной воздушной петлей. 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля. 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля. И из той же точки 3 столбик с накидом. 3 воздушные петли. И вяжем вот этот элемент. Из первого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Далее вывязываем 3 столбика подряд из каждого столбика предыдущего ряда. И из последнего столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3 воздушные петли. Из третьей петли подъема 1, 2, 3 мы вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще в ту же точку столбик с накидом. Четвертый ряд связан. Далее мы вывязываем 6 воздушных петель, 3 петли подъема и 3 петли по рисунку. Переворачиваем работу. И вот теперь у нас тут было 2 столбика с накидом. Мы из этого, вот это не трогаем, а из второго вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Три петли воздушные. Теперь вот в этом элементе первый и последний мы не трогаем, а вывязываем 5 столбиков, столбик, столбик. Мы заходим в макушку столбика предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом, третий, четвертый, пятый, 3 воздушные петли. Тут у нас было 3 столбика с накидом.
Из первого мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, в ту же точку 2, в ту же точку 3. 3 воздушные петли. Центральный у нас 1 столбик с накидом из 3 воздушные петли. И из третьего мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. В этой группе столбиков первый последний мы не трогаем, а вывязываем второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый, пятый и шестой. Три воздушные петли. Вот из этого столбика нам надо связать 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И в третью петлю подъема 1, 2, 3 мы вывязываем столбик с накидом для выравнивания края. Пятый ряд связан. 6 воздушных петель подъема, 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли по рисунку. Переворачиваем работу и повторяем. Из этих 3 столбиков с накидом нам надо вывязать 5. Как это делается? Мы из первого вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Из центрального мы вывязываем 1 столбик с накидом. И из третьего вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. В этом элементе нам теперь надо из 5 провязать 3 столбика с накидом. Первый не трогаем, заходим во второй, в третий и в четвертый столбики предыдущего ряда. 3 воздушные петли. 5 у нас повторяется. Из 3 нам надо связать 5. Из первого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом. Из 2 1 столбик с накидом. И из 3 2 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. Центральный мы вяжем 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Из 3 мы вывязываем 5. 1 столбик. 2 столбик из той же точки. Из 2 столбика мы вывязываем 1 столбик с накидом. И из 3 мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. В этой группе нам надо связать не 5, а 3 столбика с накидом. Для этого мы первый пропускаем, заходим во второй столбик, в третий, в четвертый. 3 воздушные петли. Из этой группы, из 3, нам надо вывязать 5. Мы заходим в первый, вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Из 2 мы вывязываем 1 столбик с накидом.
Из третьего мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Раз, два. 3 воздушные петли. И в край мы вывязываем в третью петлю подъема столбик с накидом. Шестой ряд связан. Вяжем седьмой ряд. Набираем 3 петли подъема, 1 воздушная петля по рисунку, переворачиваем работу и в этот же, вот сюда прям в кармашек, вывязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли. Теперь нам из этих 5 надо связать 7 столбиков с накидом. Мы из первого столбика вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Второй столбик провязали. Три столбика подряд. 2, 3. Из последнего мы вывязываем 2 столбика с накидом с одной точкой. 1, 2, 3 воздушные петли. И сейчас мы здесь, вот где у нас элемент вот этот красивый, гроздь винограда, мы вывязываем 1 столбик всего из 3. Вот у нас было 3, теперь мы провязали 1. 3 воздушные петли. И повторяем. Из 5 вывязываем 7. Из первого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом с одной точки. 1, 2. Далее мы вяжем 3 столбика в столбике предыдущего ряда. 2, 3. Из последнего мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3 воздушные петли. Из центрального мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Из 5 мы вывязываем 7. С первого 2 столбика с накидом из одной точки. 3 столбика подряд, столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3. И последний мы вывязываем 2 столбика с накидом с одной точки. 2. Ну, получился такой вот элемент, но увеличение идет. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. В этом элементе, где было 3 столбика, мы вывязываем 1. Входим в центральный столбик и вывязываем 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Тут из 5 вывязываем 7. Из первого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 3 столбика подряд. 1, 2, 3. Далее мы вывязываем из последнего 5 столбика 2 столбика с накидом из одной точки. 3 воздушные петли. Из третьей петли подъема 1, 2, 3 мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 1 воздушная петля, 2. Седьмой ряд связан. Далее мы набираем 3 петли подъема, 3 петли по рисунку.
переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем, и из второго мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Из 7 надо провязать 5 столбиков. Первый мы не трогаем. Заходим во второй и вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Из одного столбика центрального в этом элементе мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Из 7 мы вывязываем 5 столбиков. Первый не трогаем. Заходим во второй и вывязываем 5 столбиков с накидом. Столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Из центрального мы вывязываем над первым столбиком 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. 3 воздушные петли. Из центрального мы вывязываем 1 столбик с накидом, 3 воздушные петли. И из третьего столбика мы вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Из 7 мы вывязываем 5. Заходим во второй столбик. Вывязываем 5 столбиков с накидом. Столбик в столбик предыдущего ряда. 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Из одного столбика предыдущего ряда мы вывязываем 3 столбика из одной точки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Из 7 мы вывязываем 5. Заходим во второй и вывязываем 5 столбиков. 1, 2, 3. 4, 5, 3 воздушные петли. Мы в предыдущем ряду вязали 1 столбик. Вот из него мы сейчас вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. 3 воздушные петли. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Восьмой ряд связан. Далее. Рисунок повторяется шестого ряда. И так надо вязать до бесконечности. Какая вам длина, ширина нужна? Мы сейчас, схему я вам оставлю, да, она будет на экране все время же. Теперь будем вязать обмоточку. Для обмотки нам надо набрать одну воздушную петлю, перевернуть работу обвязки. Заходим в арочку, вывязываем 3 столбика без накида.
Теперь вот из этих трех нам надо связать 3 столбика с накидом с одной вершинкой. На крючке 4 петли. Мы закрываем это все одной петлей. Пропустила. Неправильно. Смотрите, давайте заново. Нам надо. Провязали 3 воздушные петли. Далее мы провязываем 3 столбика с накидом с одной вершинкой. Заходим в элемент в предыдущем ряду на крючке 4 петли. Мы провязываем это все одной петлей. Вывязываем 3 воздушные петли. Заходим в арочку. Вывязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь большой элемент у нас, да? Вот у нас тут было 5. Первый мы не трогаем, а заходим во второй, вывязываем, не довязываем столбик с накидом, в третий столбик с накидом и в четвертый столбик с накидом. На крючке 4 петли, закрываем все одной петлей. 3 воздушные петли, заходим в арочку, вывязываем 3 столбика без накида. И повторяем то, что делали в начале. Вот тут. Мы вывязываем 3, вот этот элемент из 3. Мы вывязываем из него. Раз. Два. Три. Столбика с накидом с одной вершинкой, на крючке 4 петли, закрыли одной петлей, 3 воздушные петли, заходим в арочку, вывязываем столбик без накида, 3 столбика без накида. Дошли до большого элемента, тут было 5 столбиков, мы из них делаем 3 столбика с одной вершинкой, 1, 2, 3. На крючке 4 петли. Мы все это закрываем одной петлей, 3 воздушные петли. Заходим в арочку. Провязываем столбик без накида. 3 столбика без накида. У нас маленький элемент. Из маленького элемента мы тоже вывязываем элемент из 3 столбиков с накидом с одной вершинкой. 2, 3. На крючке 4 петли закрываем все одной петлей. Вот в этих 2 арочках нам надо провязать по 3 столбика без накида в каждую арочку. 3 провязали, заходим в следующую, вывязываем 3 столбика без накида. У нас опять маленький элемент. Мы вывязываем 3 столбика без с накидом с одной вершинкой. На крючке 4 петли закрываем все одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим в арочку и вывязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Нам попался крупный элемент. Мы вяжем первый, не трогаем столбик. Заходим во второй, вывязываем 1 столбик, оставляем на крючке. Второй столбик оставляем на крючке. Третий столбик оставляем на крючке. На крючке 4 петли. Закрываем все одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим в арочку, вывязываем столбик без накида. В количестве 3 штук. Нам попался маленький элемент. Из маленького элемента мы вывязываем 1 столбик, оставляем на крючке, 2 столбик, 3 столбик. На крючке 4 петли, закрываем все одной петлей. 3 воздушные петли.
у нас большой элемент, из него мы делаем первый, не трогаем, заходим во второй, оставляем на крючке, третий, четвертый, на крючке 4 петли, закрываем все одной петлей, 3 воздушные петли. Заходим в арочку, вывязываем столбик без накида, еще один столбик без накида и третий столбик без накида. В маленький элемент мы провязываем, не довязываем один столбик с накидом, второй столбик с накидом, полустолбик, наверное, на крючке 4 петли, закрываем все одной петлей, 3 воздушные петли. И в конце нам надо, значит, здесь 2 столбика без накида. И в третью, обязательно в третью, мы провязываем столб без накида. Обвязку шали мы связали. Понятно, да, что рисунок идет до 8 ряда. Далее он повторяется. Он все время идет на увеличение. Вот такой вот. Очень просто. Главное, чтобы после 8 ряда вы начинаете вязать 6. И все у вас получится. Подписывайтесь на мой канал. Все мои группы. В шапке, страничке на Ютубе. Это Инстаграм, Яндекс.Фотки, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Чего у меня только нет. И никто никуда не подписывается. Всего доброго. А пока-пока.